Пушистые любимцы дарят нам любовь и ласку, согревают своим теплом. Но очень часто люди сталкиваются с большим количеством проблем, когда заводят домашнее животное. Одна из важных тем – чем же кормить нового члена семьи? Сухой корм, желе или баночки с готовой смесью? А может и вовсе по старинке? Молоко, мясо и рыба? Ответ на этот вопрос получим у специалиста. Узнаем подробности кормления кошек. Живой природой Павел Щерба интересовался с детства. Его мама работала в ветклинике, поэтому с самых юных лет он был окружен животными и в итоге стал ветеринаром. Признается, главное в работе – благодарность, причем не только от хозяев, но и от самих животных. Кстати, Павел часто лечит и тех, у кого нет дома – уличных котиков, которых сам замечает в городе или которых приносят люди. Такая работа далеко не из простых. Эти животные часто бывают брошенными, дикими и боязливыми, с большим набором болезней. Но тогда врач задает себе вопрос – кто, если не я? А вот домашние коты попадают на лечение к Павлу зачастую из-за неправильно подобранного питания для них. Павел, здравствуйте. Насколько мне известно, существует несколько рационов питания у котов. Это натуральные корма, сухие корма, влажные, а также отдельные лакомства. Какой рацион питания, по вашему мнению, является наиболее оптимальным? Вообще, ответа единого на этот вопрос нету. Вот, но существует два таких самых канонических пути. Первый путь – это сухой корм, второе – так называемое натуральное питание. У каждого из этих видов есть свои плюсы, есть свои минусы. Давайте начнем с корма. Чем хорош корм? Корм хорош в первую очередь тем, что его можно, а, запастись впрок, б, он не портится при должной хранении, он может до полугода, до года находиться у вас дома. Еще, говорит ветврач, большое преимущество сухого корма и в том, что он полностью сбалансированный. По сути, это та же каша с мясом, с овощами, зеленью, но ужаренная и высушенная. Натуральный корм же, в чем его плюс? Ну, натуральность, как у нас многие люди говорят. Но опять же, люди очень часто падают на вот эту вот всеми любимую ошибку – молоко и рыбка. Мы же все советские фильмы смотрели, мультики мы смотрели, сказки мы знаем. Котики любят молоко, котики любят рыбку. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. Это категорически неправильно, делать так нельзя. Лучше, опять же, мы берем мясную составляющую, это индейка, курица, и то не всегда, потому что курица довольно аллергичная. Тут нужно индивидуально смотреть на каждое животное и по нему подбирать. А нежирная свинина, либо говядина. Но опять же, лучше всего использовать рис, овсянку и гречку. В них больше всего клетчатки, лучше всего проходит все это по кишечнику, лучше всего усваивается, прекрасно выходит, гипоаллергенная. Это самое-самое основное. Ветеринар рекомендует, стоит выбрать один вариант кормления и его придерживаться. Либо же это сухой корм, либо натуральное питание. В ином случае это может быть чревато негативными последствиями для животного. Если мы будем совмещать, то большой риск просто сорвать животному желудок. Самое главное в кормлении животным – это постоянство и придерживание определенной диеты. Также у меня есть такой вопрос про влажные корма, так как вы их не упомянули, но многие хозяева любят угощать своих питомцев именно этим типом корма, хотя ветеринары настороженно к нему относятся, так как он может вызвать расстройство пищевого поведения у котов и также вызвать недостаток витаминов. Какое ваше мнение на этот счет? Опять же, вернемся к аналогиям. Представьте себе, что мягкий корм – это фастфуд. Это вкусно, это классно, но постоянно на этом сидеть бессмысленно. По двум причинам. Первое, 70% влажного корма – это, собственно, влага. То есть вы просто даете животному очень-очень вкусную водичку. Поскольку концентрация вкуса в этих, собственно, пакетиках выше, чем в сухом корме, животному оно больше нравится. Тем не менее, отказываться от таких лакомств полностью не стоит. Побаловать своего питомца одним пакетиком в день – самый оптимальный вариант. Плюс мягкого корма в том, что его можно совмещать с обоими типами кормления.
Если мы все-таки вернемся к кормам, то какой тип лучше выбрать, так как существует несколько сегментов, это и премиальный сегмент, и более дешевый, а также есть и средний класс, скажем так. В своей практике я примерно так вычислил, что гнаться за брендом особой разницы нету, но ветеринарии зачастую, чем выше цена, тем лучше качество. Есть, конечно, несколько исключений, но в своем большинстве, если мы условно берем корм 700-800 рублей за килограмм, то это полноценный рацион, который полностью закрывает все потребности животного. Также существуют различные виды ветеринарных диет, которые назначают врачи. Есть корма послеоперационные, для отдельных пород, для профилактики болезней и много других вариантов. Если у хозяина нет возможности, допустим, несколько раз в день насыпать корм своему коту или же менять воду, что делать в таком случае? Как часто стоит кормить своего питомца? Ну тут опять же все индивидуально. Если у вас животное живет в квартире одно, больше у него никаких конкурентов нету, попугаев нету, собак нету, то можно просто зачастую насыпать корм на несколько дней вперед, рядышком ставить ложку с водой, которую вы будете менять строго раз в сутки. Не нужно оставлять воду надольше. Мы меняем воду, желательно, конечно, два раза в сутки, но если нет возможности, хотя бы один раз. Средняя дозировка корма – 80 граммов в сутки. Однако, несмотря на то, что существуют общепринятые нормы, хозяин лучше знает свое животное. Количество корма и график питания у каждого кота может быть индивидуальным. Самое главное – постоянство. Чем меньше пищевых стрессов у вашего питомца, тем лучше. Также, что касается сухого корма, следует отметить, что лучше хранить его в герметичных контейнерах или пакетах. Таким образом, все полезные и необходимые компоненты и минералы, которые в нем содержатся, не утратятся со временем. Павел, а когда люди берут себе питомца еще котенком, как его правильно кормить? Есть ли какие-то особенности питания у маленьких кошек? С котятами все зависит сугубо от возраста, с которого вы их подобрали. Чем меньше возраст, тем быстрее вы должны бежать к ветеринарному врачу, чтобы а. Определить возраст и б. Узнать, чем его кормить. Если это еще совсем маленький, слепой котенок, у которого нет зубов, то следует подобрать для него специальную смесь из сухого кошачьего молока. Когда животное уже подросло, можно потихоньку переходить на твердую пищу. Пообщавшись со специалистом, хочется выделить основные моменты в питании котов. Кормить их можно двумя типами – сухим кормом, либо же натуральной едой, преимущественно мясом и кашей. Смешивать их нежелательно, и поэтому стоит остановиться на том типе, который является оптимальным для вас и вашего питомца. Баловать вашего кота влажным кормом допускается, но не стоит с этим частить. Также иногда можно использовать специальные витаминно-минеральные комплексы. Ну а самое главное, помните, если у вас возникают сомнения, всегда можно проконсультироваться с врачом. Ведь от питания во многом зависит качественная и здоровая жизнь вашего любимца.